Алексей Жарков – известный советский и российский актер, который сыграл в десятки ролей в фильмах, ставших классикой отечественного кинематографа. Его персонажи из «Криминального таланта моего друга» Ивана Лапшина, «Торпедоносцев», «Парада планет», «Узника», «Замка Ив» и многих других картин нельзя назвать героями-любовниками, но их особая харизма всегда бросалась в глаза. Он ушел из жизни в 2016 году. Причина смерти Алексея Жаркова – повторный инсульт. Актер дружил с режиссером Владимиром Златоустовским, который говорил, что Леша буквально вживается в каждого своего героя. Много лет актер имел проблемы со здоровьем, у него серьезно была поражена печень. Коллеги Жаркова говорили, что его болезнь – результат веселой жизни Алексея, который часто злоупотреблял спиртными напитками. Бывали случаи, когда актер находился на съемочной площадке под шофе. Позже у него начали болеть легкие, так как он постоянно курил. Самому же Жаркову казалось, что от 2-3 сигарет в час ничего с ним не случится. Алексей говорил, что так ему спокойнее жить. Да, во мне есть все мужские пороки. После 4 лет забвения, когда он перестал сниматься в фильмах и выходить на театральную сцену, в актерском цеху о Жаркове распространялись разные сплетни о том, что он спился, ведет отшельнический образ жизни. Несчастует. В 2012 году Алексей Дмитриевич был сражен тяжелым инсультом и частично парализован. Он плохо говорил, еле передвигался. Жарков перестал общаться с приятелями и другими артистами. По рассказу его старшего брата, очень похожего внешне на Алексея Дмитриевича, семья сильно переживала за Лешу, которому приходилось снова учиться разговаривать, ходить, даже держать ложку. Жаркова перевезли за город, где у него была дача в виде двухэтажного кирпичного дома. Свежий воздух в Подмосковье немного улучшил состояние актера. Он уже начал мечтать о новых ролях, но режиссеры вычеркнули больного Жаркова со своих списков. Алексей Дмитриевич сильно обижался на них. Жена Жаркова говорила, что новые роли в спектаклях и фильмах могли бы отложить его уход из жизни. В начале весны 2016 года, после второго инсульта, 68-летний актер почувствовал серьезное недомогание. У него нарушились когнитивные функции. В это время у артиста родилась вторая внучка, которую он так, к большому сожалению, и не увидел. Причина смерти Алексея Жаркова – серьезное осложнение после второго инсульта. Актера не стало 5 июня.